Ну вот эта вот работа вот из Lignum, одна, наверное, одна из самых первых. По факту она, на самом деле, начала серию вот этих деревянных объектов. Удивляет ваша такая, не сказать, что всеядность, конечно, но вот именно восприимчивость, ну, я понял, да, к да. простой фактуре, к таким бытовым вещам. Я пытаюсь, наоборот, как бы адаптировать материал под себя. Послание. Это был такой крик души, да, вот как это началась, вот это в 2020 году куаризация населения. Это была такая вот некая для меня отсылка к писанию, к откровению Иоанна Богослова. Верхняя работа, это тоже 19-й год, ну, можно даже видеть, она стилистика примерно вот это. Да. Это еще такой у меня переходный элемент, вот такой год переходный к полному уходу в религиозность. Здесь я еще периодически делал абстракцию. Многие художники говорят, неужели у вас поселился Максим Деминов в Сергиевом Посаде? Вот это вау, что и я прямо чувствую от этого какую-то и удачу, и удовлетворение, и радость. У меня были такие случаи, что люди даже просили, спрашивали, можно ли осветить эти вещи, там, и называют их иконами. Иконочками, ну, я всегда сразу отдергиваю и делаю оговорку, что, как бы, ребята, это не каноническое искусство, это творческое, это именно мое видение. Максим, спасибо, что приняли нас. Нам очень интересно больше узнать о вашем творчестве. И мне очень любопытно, как так получилось, что у вас сочетаются такие противоположные, неожиданные вещи. Например, вы очень молодой человек, а ваши картины – это размышления о духовном, о его таком смысле здесь, о его актуализации. Начиная общаться, я услышала от вас, что вы знаете искусство иконописи, вы учились этому, да, даже еще совсем юношей. И тем не менее, вы стали развиваться уже самостоятельно, пробуя свои шаги в искусстве, скорее как художник-абстракционист и совершенно в противоположном ключе. Как так получилось? Вот расскажите, как вы начали формироваться именно как художник? Да, начинал все достаточно, ну, примитивно, если можно так сказать, ну, с обычное классическое, ну, живописное образование, да, это вот с художественной школы я начинал. Параллельно с художественной школы мне предложили освоить такой навык, как иконописание, вот, и я как бы, ну, ввиду того, что в религиозной семье, да, живу, как бы, хожу в храм, да, и как бы мне это близко, я, ну, решил попробовать, да, почему нет. Вот, это как дополнительное такое было образование параллельно, ну, с классическим академическим. Я, оканчивая художественную школу, делал дипломную работу. У меня была по живописи, я писал пейзаж. Вот. И у меня была вторая дипломная работа по иконописи. Делал копию иконы из Русского музея Георгия Победоносца. Я планировал там в несколько институтов поступать, но так сложилась и ситуация, и жизненные обстоятельства, что поступил вот именно в конкретно вот в этот Свято-Тихоновский. Вот, поступил на, как бы, на реставрацию живописи, на реставрацию станковой масляной и темперной живописи. Еще в институте, как бы, уже начал тяготеть к такой более экспрессивной манере живописи. Я даже еще, ну, когда пейзажи, какие-то натюрморты делал, уже как, какой-то такой, ну, может быть, если можно так выразиться, появлялся какой-то, наверное, да, такой художественный жест, такой приемы какие-то свои излюбленные появлялись, да, то есть я там любил и мастихином так более экспрессивно работать, вот, пастозно, фактурно, вот, и потом уже начиная там уже там с середины обучения как-то стал углубляться и в живопись там 20 века, нашу отечественную и зарубежную. Мне стали импонировать работы и американских экспрессионистов, там абстракционистов, вот всякие различные, там Поллок, Ротко, Клиффорд Стил и прочие товарищи вот этой начала 20 века, первой половины. И я как-то начал, наверное, местами, ну, что-то подражать им, да, делать, пытаться что-то свое вот в этой манере.
Это был просто пытливый поиск самого себя, да? Нет, напротив, я как-то просто, да, это был поиск своего как бы художественного языка, да. Это было такое как бы желание самовыразиться и как бы выразиться как бы не просто, вот, как бы, потому что в то время я как бы активно уже смотрел и современное искусство, где, ну, как бы вовсю там и акционизм, и перформанс, и, ну, честно говоря, меня немножко не тянуло к этому направлению, потому что мне казалось, что вот не всегда слушают человека, когда он кричит, да, то есть иногда шепотом можно сказать намного больше, чем вот такими яркими высказываниями, то есть поэтому я, ну, какое-то, что-то немного пытался свое, ну, как бы свое найти. Здесь настолько размеренная, спокойная жизнь, что кажется, вы тоже всегда тут и жили. Это так или нет? Как так получилось? Ну, нет, я здесь не всегда жил. Я родился вообще в другом городе. Я родился в городе Ростов-на-Дону, вот, на юге. Вот, и большую часть жизни я прожил в Москве. Вот, и как-то в какой-то момент просто мне, ну, как бы захотелось, ну, сменить обстановку вот этой городской суеты и вообще, ну, городской такой быстрый ритм жизни меня, ну, как бы немножко так это всегда, ну, смущал, не то что и как-то тревожил отчасти, и всегда хотелось, ну, быть ближе к природе, что ли. Скажите, как ваши родители относились к вашим занятиям живописи и вообще изобразительному искусству? Ну, очень хорошо. На самом деле у меня мама в свое время силком запихнула в художественную школу, потому что я всячески брыкался и не хотел. Вот, то есть, а потом, когда уже, ну, вошел во вкус, так скажем, меня оттуда было не вытащить. И мама также вас направила, чтобы вы поступали на художника-реставратора в институт? Ну, да, она как бы, ну, не то что направила, она предложила такой вариант развития событий, потому что я до этого момента не знал вообще, профессионально этим заниматься, нет, не, да, нет, или нет, как? Именно что касается реставрации. То есть я хотел как бы связать свою жизнь с живописью, да, с искусством, но как бы вы сами знаете, что довольно трудно как бы формироваться именно просто как художник в современном мире. Да. Это достаточно тяжело. Именно и, как чтобы бы, это тебя кормило ремесло. Да, да, который должен, да, как бы впоследствии там содержать семью, кормить, как-то это довольно тяжело. Вот. И она мне предложила на тот момент рассмотреть такой вариант профессии, как вот реставрация, поскольку она в себя включала как бы и полное образование художественное, да, полноценное, и полноценное реставрационное образование, как бы две сферы деятельности, заключенные в одну. И мне кажется, что как бы кто-то занимается и тем в равной мере, кто-то больше в итоге тем, ну, то есть тут... Кто во что гораст, как говорится. А у вас сейчас, вы чувствуете, куда вас больше влечет сердце? Ну, честно говоря, я больше сейчас как бы приоритет у меня к созданию, ну, своих творческих новых вещей. Вот. Но в то же время я не хочу отказываться от реставрационной работы, потому что она меня как бы неким образом вдохновляет. И структурирует, да, как-то вашу, да, работу, да? Да. Но, конечно, основной деятельностью хочется и как бы сейчас остается у меня именно вот работа со, ну, как бы со своим искусством, создание таких своих творческих вещей, новых работ. Большую часть работ я не называю, то есть я их оставляю условно, там делаю либо композиции без названия, у меня они называются, вот, либо я их именую как общая серия работ, типа как вот лигнум, или вот это вот называется вот феррум, латинское металл, да. Здесь вот тоже одна из работ, серия работ, называется Голгофа, она такая вот у меня максимально минималистичная серия. То есть это просто холст, крафтовая бумага и вот один цвет краски. Эта серия работ у меня была выставлена
в храме Христа Спасителя. Вот в 2019 году была выставка «Проект после иконы», вот я эту серию там выставлял. И с другой стороны, можно сказать, что язык, ваш пластический язык, образный язык, он уже почти сформировался или еще нет? Я не зациклюсь на чем-то одном, я стараюсь в этом плане, то есть, ну вот в контексте моей темы, я стараюсь тоже как бы не стоять на месте, говорить, то есть разными, это проявляется в различных использованных материалах, да, и... Да, вы очень активно используете смешанную технику, просто эклектика такая, там и фото, и тут же рисунок, и тут же стекло, да. И ткань. В основном я как бы, преимущественно работаю от материала, то есть я увидел материал, там вот если брать вот деревянную мою серию работ лигнум, то есть это было просто такое сочетание желания сделать что-то новое и просто вот материал, который я обнаружил чисто случайно. Я просто увидел этот вот материал, старый деревянный деревенский забор, и у меня был ряд каких-то эскизов, да, на тот момент скульптурных, такой к инсталляциям, и как-то все это просто в один момент само собой соединилось, и как бы появилась серия этих работ. Я ее как бы сделал вот условно, и как бы я считаю, что как бы достаточно. Дальше я хочу другой материал попробовать использовать, и в этом материале попробовать сделать различные вещи. При этом я, грубо говоря, не отхожу от заданной темы, то есть контекст, концепция остается единая, да, как бы материал может меняться, там немножко визуальный язык, да, меняется, то есть я прибегаю к таким вот там, ну, совсем современным каким-то знаком, там вот как вот на вот, по вот этой работе, да, вот такая прям, ну, такое вот в свое время был. Да? Это не то, ангелы, что вызов. Как будто держит послание. Это был такой крик души, да, вот как это началась, вот это в 2020 году куаризация населения. Вот. Это была такая вот некая для меня отсылка к, вот, ну, к писанию, к откровению Иоанна Богослова. Да. Но, тем не менее, это как бы в любом случае отражение эпохи времени, да, и так скажем, мое видение этого происходящего. Максим, мы пришли в такое удивительное место. Я сама впечатлена его красотой, силой. Это комплекс храмов Свято-Троицы Сергиевой Лавры. И ваша мастерская находится прямо напротив этого комплекса. Расскажите, пожалуйста, это случайность или это сознательный выбор? Вы к этому стремились? Ну, не то, что как бы я специально к этому стремился, шел. Мне кажется, что как бы это место отчасти само меня нашло. Так просто сложились обстоятельства в определенное время, что я как бы перебрался жить сюда и познакомился с нужными людьми, которые как бы заинтересовались в моем творчестве и предложили мастерскую. И я как бы посчитал это тоже таким неким знаком свыше, что вот... Значит, оно так должно быть, что все не просто так случается в нашей жизни. Но вы здесь, ваша жизнь, также ваше становление связано с этим местом. Правильно? Ну, как бы отчасти да, то есть я как бы с Сергием Посадом, да, с Лаврой меня многое связывает, потому что как бы у нас мы каждое лето сюда приезжали, как бы с раннего детства, с родителями, у нас здесь вблизи там в Диулино деревня, дача была, и мы как бы на лето всегда приезжали сюда, вот, и то есть как бы и город, и Лавру хорошо знаем, плюс как бы из Лавры наш духовный отец был, Царствие ему небесное, которое отошел в 2019 году, иеромонах Павел Лысак, вот он был этот монахом в Троице Сергиевой Лавры, вот потом, ну, конечно, последние годы жизни он в Москве в основном вот трудился, вот и как бы да, ну как бы многое на самом деле связывает нас с этим местом. Я очень впечатлена тем, что та духовная работа, которая проходила через Троицу Сергиеву Лавру на протяжении столетий, прерванная на четверть века во времена большевизма, она продолжилась, и чувствуется и расцвет, и тяга
и даже на протяжении поколений. Вы сказали, что ваш духовный отец вашей семьи, более того, да, вот он отсюда. И получается, что вы выросли в вере с детства. Ну, на самом деле, как бы, ну, вера в нашей семье присутствовала, как бы, ну, с, ну, как бы, с моего достаточно, ну, раннего детства. Может, она, как бы, была не в какой-то определенной степени такой прям, ну, сильной и мощной, так скажете, можно так выразиться. Вот, но она, как бы, ну, присутствовала и имела место быть. Вот, как бы, для меня, в частности, как бы я, ну, видел это с раннего детства, как бы храмы, службы, таинства, все это. Вот. Ну, конечно, может быть, по своему, там, скажем, юношескому такому нерадению я как-то особо, может быть, ну, как бы не сильно в это углублялся какое-то время, ну, совсем там в юношеские годы. Вот. Но как-то в более уже таком... В подрастающем возрасте, уже, наверное, в институте, я как-то уже, когда поступил на реставрацию в институт, начал как-то, ну, вот, больше этим всем проникаться и как бы... Осознавать, как бы, так скажем, укрепляться в вере, чаще там посещать храм, приобщаться таинствам, и как-то все во мне это, ну, как бы постепенно, как снежный ком такой нарастало, вот это вот, вот какой-то некий духовный опыт небольшой, ну, и... как-то формировала меня как человека, вот, и в том же время параллельно формировала мое, как бы, творчество, мое искусство. Анна, вы дали приют здесь многим художникам и творцам, и в том числе Максиму. Скажите, чем вас привлекло его творчество? Почему вы захотели, чтобы вот такие молодые художники, как он, были здесь, именно в этом пространстве, которым вы занимаетесь? С Максимом я познакомилась не так давно, буквально осенью. Нас познакомили общие друзья-художники и позвали в его мастерскую. Она тогда находилась у него дома. Мне понравилось изначально то, что я видела в социальных сетях, на его ресурсах, его работу. Но мне было важно понять, кто это делает, и узнать самого Максима, чтобы, ну, понять, все ли я правильно, действительно мне все это нравится, и узнать человека. И, конечно, когда я увидела Максима, можно сказать, что, ну, я была им очарована. Мне была очень интересная история о том, как он реставрирует иконы. Я была достаточно далека от этого, и это меня действительно влюбило, весь процесс его работы. Здорово. А какими вы видите как раз людей, которые так же, как и вы, впечатляются его работами, посланиями, которые они видят в этом? Честно, мне очень нравится коммуникация. В основном сюда приезжают, ну, гости города, и местные многие художники говорят: неужели у вас поселился Максим Деминов в Сергиевом Посаде? Вот это вау! Что? И я прямо чувствую от этого какую-то и удачу, и удовлетворение, радость, что мы это сделали, потому что здорово, что в Сергиев Посад начали приезжать, ну, не местные художники, и мне важно было, чтобы они здесь остались, надолго задержались, чтобы они рассмотрели этот город для места для жизни, где будут расти их дети, для творчества, чтобы помимо того, что в городе, конечно, большой и богатый запас творческих людей, но чтобы он становился больше, чтобы он становился крепче, чтобы были новые видения процессов и разнообразие, в том числе разных подходов. Поэтому Максим, конечно, ну, меня потряс. Приобретение. Да, но я так не могу сказать. Но вот это прямо он действительно удача, что он оказался очень легким. Сказал: а давай, давай, я к тебе приду, попробую. Я как раз хотел бы увидеть свою мастерскую в Сергиевом Посаде. Анна, какие перспективы вы видите в творчестве конкретно Максима, например, и в том числе коммерческие? Мне нравится, и я приобрела несколько его работ, я думаю, среди моих знакомых, и есть определенный круг людей, которые, конечно, захочет работу Максима себе домой, либо чтобы это было украшением
не знаю, может быть, украшением своего салона или выставки. Действительно, я не видела пока ничего похожего, поэтому в этом, я думаю, что он достаточно уникален. С одной стороны, конечно, у него тема сложные для меня, но при том разнообразии техник, в которых он работает, я думаю, каждый сможет найти себе что-то свое и по душе. Что-то может быть проще, что-то может быть сложнее. У меня тут есть на примете несколько работ, которые бы я хотела бы себе приобрести. Вы ведете достаточно активную, действительно, творческую жизнь, и у вас много выставок и в разных городах, в разных местах. Это очень интересно. Вы молодой художник, молодой творец, и тем не менее очень плодотворно работаете. И хотела вас спросить, кто ваши зрители, какие люди покупают ваши картины и какой отклик, обратная связь вы от них получаете? Это очень любопытно услышать это именно от вас. Ну, люди на самом деле, те, которые вот интересуются, да, там покупают работы, смотрят, ходят на выставки, контингент абсолютно разный. Вот, то есть они есть как и, ну, как бы верующие, там, православные люди, и просто, как бы, просто люди, которые там ни во что не верят. То есть контингент абсолютно разный, разных возрастов, сословий, да, то есть нету какой-то конкретики привязанности. Мне это нравится, что это интересно всем. То есть нет какого-то конкретного, только вот этим это нравится или только для этих. Потому что я делаю как бы, ну для всех. То есть у меня нет какой-то конкретной задачи там. То есть я там делаю только там для православных христиан. Напротив, я хочу, чтобы как бы и другие люди это увидели и, может быть, что-то осознали, почувствовали, вот и прочее. Любопытно, что говорят, вот еще раз, ваши покупатели, не знаю, ваши ценители. Относятся ли они к вашим работам как к иконам? Да, у меня были такие случаи, что люди даже просили, спрашивали, можно ли осветить эти вещи, там, и называют их иконами, иконочками. Ну, я всегда сразу отдергиваю, делаю оговорку, что, как бы, ребята, это не каноническое искусство, это, как бы, искусство именно такое вот творческое, это именно мое видение, да, это не может быть иконописным молельным образом, да, потому что таковым не является, потому что не соответствует определенным канонам, определенным нормам. Вы интересный и разнообразный человек. Вы помимо живописи, помимо иконописи, реставрации, вот я знаю, что также занимаетесь музыкальным творчеством и фотографией. И по поводу фотографии хотела вас спросить, что это для вас? Это тоже как бы некая отдушина или направление, которое вы исследуете, или наоборот, фотография для вас просто поиск материала, исследования, чтобы использовать это потом в таком живописном ключе? Вы знаете, на самом деле по-разному. С фотографией тоже такая история. Это идет тоже с института. В институте у нас был такой предмет, как спецфото, вот, в котором нас как бы привили любовь к пленочной фотографии. Вот. И с тех пор я завел себе «Зенит» фотоаппарат и ходил, фотографировал на пленку. Мне очень нравилось. Делал какие-то такие творческие художественные фотографии. Потом у меня появлялись новые фотоаппараты, я их менял. Сейчас у меня вот немецкий этот практика пленочный фотоаппарат. Я периодически на него снимаю. Вот. Ну, также люблю просто на телефон снимать, чтобы использовать эти снимки как основа для работ. Вот. И мне очень нравится периодически снимать такой какой-то городской урбан. Он меня очень вдохновляет на самом деле. Я не могу пройти вот мимо стены. Вот там есть просто стена, да, она немножко там облетела, обшарфлась. Тут пришли там дворники, там ЖКУ местные, да, там закрасили. То есть она история, да, какая-то. Я смотрю, вижу это сочетание. Это такое как бы наивное, случайное искусство, да. То есть я не могу просто мимо этого пройти. Я это фотографирую. Это готовое произведение искусства. То есть печатай там на холсте, вешай раму, вешай все. Но я как бы, сейчас у меня там есть такая серия, называется Street Forms, уличные формы, в которой я как бы беру за основу вот эти вот элементы городской среды и привношу в них вот эти свои религиозные мотивы. Мне кажется, у вашего сына нет шанса вырасти нетворческим человеком. Ну, посмотрим. Я в этом плане, то есть как бы у меня нет каких-то предрассудков, да, то есть как бы главное, чтобы нравилось то, чем занимаешься.
Что бы вы хотели самому себе пожелать или, наоборот, желаете как цель вашего творчества и жизни в том числе? Ой, ну, сложно, да, сложный вопрос. Ну, мне бы хотелось ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, а только, ну, как бы идти вперед, развиваться дальше и искать, как бы, так скажем, отражение, как бы, своего внутреннего, как бы, мира, переживаний вот в искусстве, продолжать и искать Бога во всем, вот, и, как бы, просто делать свое дело хорошо. Вы не ставите перед собой таких задач, там, ну, вот, чтобы люди увидели через ваши работы Бога, там, пришли к Нему и так далее? Да, честно говоря, нет, да и не хочется, наверное. У меня, понимаете, я вообще, когда начинал вообще все это дело, у меня вообще не стояло никаких задач абсолютно. То есть я не хотел там, чтобы мне их покупали, продавали, смотрели. Я просто делал, потому что я, ну, чувствовал желание, и, как бы, я просто не мог без этого. И было интересно, это была лаборатория эксперимента, это, да? Нет, я просто не мог без этого жить. Я просто знал, что я проснусь, если я не напишу картину, я не смогу спокойно лечь спать, потому что, ну, я должен это сделать. Просто, ну, как бы, вот у меня есть, я проснулся, это как мне там встать, зубы почистить. Вот то же самое. Я просто знаю, если я не сделаю, я, как бы, не смогу. Не могу спокойно жить дальше, меня будет что-то тяготить и тревожить, и вот, это просто как какая-то некая часть меня, поэтому я просто собираюсь это продолжать делать, вот, насколько меня хватит. Огромное действительно разнообразие форм языка, которое вы делаете, и лично мое впечатление, мне так и кажется на самом деле, потому что, ну, может быть, это тоже мой контекст. Но мне кажется, что вы как раз этим образом, как печатью, обожествляете мир. В том плане, что мир не только лежит во грехе, но Бог как бы взывает. И вот этим образом, который вы наносите на старое дерево, ткань, на холст, там, на стекло и так далее, да, везде, да, вы стараетесь поставить эту печать, что Бог видит и эти руины, и эти обломки, и Он взывает, чтобы восстановить это. Господь призвал не праведников, но грешников к покаянию. Да. Поэтому, да. И Он не оставляет их вот в этом пути, и мне кажется, об этом ваше творчество тоже. Именно. Спасибо. Спасибо вам.